Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему павлин распускает свой хвост? Не удивляйтесь. Один из основных принципов дзен-буддизма – учись у мелочей жизни одному искусству – искусству наблюдения. Затем начинай применять полученные навыки для исследования своего внутреннего мира. Вот я и наблюдаю за жизнью, которая течет вокруг меня. Наблюдаю за павлинами. Это очень красивые птицы, и мне нравится за ними наблюдать. Так вот, я заметила несколько причин, почему павлин распускает свой хвост. Посмотрим. Давай хвост раскрывайте. Угу. А где твоя девочка? Смотри, грозит своими перьями этой вороне. Удивительно. Что они не поделили? Ты поглядел. Оказывается, он хвостом-то не только красуется, еще и угрожает. Сейчас, может, еще рано? А то они обычно здесь гуляют. Прямо вот в открытом доступе, а сейчас вот сидят на шестках. Ух ты ж! Я видела в Польше, в парке, в Королевском, как павлин, я думала, они хвосты распускают для красоты только. Так нет же, они, значит, он спорил с вороной. И распустил хвост, и так на нее. Но сейчас они вот пока, видимо, отдыхают еще. Какой красавец белый. Вид сзади, вид спереди. Вид сзади. Вот как. Воображает. Вид спереди. Перед девочкой. Весенний гон у них. Вот она природа. Весна. Ну вот, в этом видео мы с вами увидели несколько причин, по которым павлин распускает хвост.
Может, вы знаете еще какие-нибудь причины? Напишите в комментариях. Мне будет это интересно.